Сегодня ты слесарь, завтра балерина, послезавтра домохозяйка. Об особенностях творческой профессии самарским студентам рассказала актриса Академического театра драмы имени Горького Ольга Жукова. Молодая артистка очень востребована. Она играет роль Дуняши в спектакле «Касатка», а Соль в «Алых парусах», Лизу в «Барышне-крестьянке», Марианну в «Тартюфе». И точно знает, зачем пришла на подмостки. Театр, он очень открыт, что можно разговаривать способом искусства. И для меня, как для актрисы, для человека, в частности, это очень важно. Потому что я считаю, что театр, он взращивает в нас самые добрые, самые хорошие качества. И действительно, культура, она нужна. И сейчас, в наше время непростое, это один из тех рычагов, на который можно повлиять на свое сердце, на свое сознание, и на свое спокойствие и внутреннюю такую чуйку хорошую, к добру, к тому, что хорошо, что плохо. И, конечно же, благодаря театру, я думаю, что многие будут больше читать. Это моя такая тоже личная миссия, чтобы мы были не только читающие новостную ленту социальных сетей, а чтобы все-таки открывали книги. В Центре современных инициатив «Стрелка-холл» прошла встреча профориентации учащихся гуманитарных факультетов вузов и СУЗов с представителями творческих профессий, работниками театра, библиотеки и музея. Посетители этих учреждений обычно видят лишь внешнюю сторону профессии. На этот раз им приоткрыли закулисье. Мероприятие будет немного профориентационное, то есть у них появится больше представления о том, как можно реализоваться в данных сферах, как можно найти себя в профессии, чтобы в будущем уже, может быть, чуть лучше видеть свою карьеру. Встреча проходила в открытом режиме. Послушать выступающих мог любой желающий. Виктория Шара и Василий Колдашов. События.